В минувшее воскресенье в Славянске на Кубани прошла краевая молодежная акция, посвященная православному празднику «Вход Господен в Иерусалим». Организовали ее краевой департамент молодежной политики и молодежный центр «Инвентум». В ходе акции волонтеры комплексного молодежного центра «Континент» с участием священнослужителей высадили вербы на территории Свято-Успенского храма. Также около храма и близ центральной районной больницы были розданы праздничные открытки и освященные вербы. С праздником вас! Это символ сегодняшнего дня, веточка, вербы. Вербы. Да, мы желаем вам здоровья на священном храме. Главное здоровье все, и благополучия вашей семьи. Спасибо. Акция проходила по всему Краснодарскому краю. В этот день в православных храмах проходили праздничные богослужения и совершалось освящение вербы. И в этот день молодежь края высадила более 1500 молодых верб, которые теперь будут расти и радовать жителей кубанских городов и станиц.